У залі пасяджэння ў старшыні і члены тэрытарыяльных выбарчых камісій. Многія не ўпершыню будуць працаваць на выбарах, але без дадатковай падрыхтоўкі ўсё ж не абысціся. Тым больш, што пасля мінулых парламенцкіх выбараў у выбарчае законодаўства ўнесены істотныя змяненні. Самое главное изменение состоит в том, что сейчас подсчет голосов будет проходить по мажоритарной системе относительного большинства. То есть, если баллотируется несколько кандидатов, то победителю не обязательно набрать больше половины голосов. Он должен набрать больше, чем остальные. Всегда в группе кандидатов такой найдется, и это значит, что выборы у нас гарантированно будут проходить только в один тур. Павысіць празрыстасць выбарчага працэсу павінны пэўныя працэдурныя новаўвядзенні. Так, ужо сам этап фарміравання тэрытарыяльных камісій праходзіў больш галосна. Дэталёва абмяркоўвалася кожная кандыдатура. Намячаецца і больш празрысты падлік галасоў на выбарах. Предусмотрено сейчас нашими методическими рекомендациями, что наблюдатели должны реально обозревать процедуру подсчета. С 3 липеня стартует черговый этап выборчей кампании вылучения кандидата у депутаты. И он будет должиться месяц, после чего распочнется агитация. Людмила Салзана, Сергей Мацвейчук, телерадиокомпания «Брест».